Уважаемые коллеги, пригласил вас для того, чтобы поздравить с избранием на высокие должности руководителей регионов Российской Федерации, поздравить, пожелать вам успехов в той ответственной работе, которая предстоит. Хочу еще раз подчеркнуть, и здесь не будет ничего нового, если скажу, что люди связывают с вами свои надежды, ожидания на изменение жизни к лучшему, на решение вопросов, которые стоят перед страной, в целом перед регионами, которые вы будете возглавлять. Вы все люди опытные, кто-то уже в течение длительного времени работал в качестве руководителя регионов. Кто-то начинает, но тем не менее, граждане, когда голосовали за вас, исходили из того, что считают вас яркими, настоящими лидерами, которые способны собрать работоспособные команды, возглавить их и решать задачи, необходимые для развития регионов. Но все вы избирались разумеется, при поддержке людей, граждан, по-другому невозможно, но в том числе при поддержке различных политических сил и партий. В этой связи хотел бы сказать, что, вступая в должность руководителя региона, вы не должны забывать, что вы будете представлять интересы всех граждан России, проживающих на этой территории, вне зависимости от их политических предпочтений, и должны быть нейтральными в этом смысле, поддерживать контакты и слушать представителей всех политических сил, но не только тех, которые оформились в качестве официальных партий, зарегистрировались в таком качестве, но и представители гражданского общества, всех людей, которые проживают на территории, которые занимают активную позицию и стараются довести до вас свои чаяния и надежды. Ну и, конечно, нужно сосредоточиться на решении вот самых непосредственных, на первый взгляд, простых и, может быть, даже скучноватых вопросов, но именно таких, от которых зависит благосостояние каждого конкретного человека, каждой конкретной нашей семьи. Давайте вот об этом поговорим. Я еще раз вас поздравляю и желаю вам всего самого доброго.